Всем привет! В преддверии чемпионата мира все в ожидании самого интересного футбольного состязания. Все уже прильнули к телевизорам и все ждут открытия чемпионата. Но мы все знаем, что чемпионат мира в Украине будет показываться на каких каналах, Максим? Интер и НТН. Так вот, Интер нам преподнес сегодня сюрприз. Интер сегодня закодирован. Закодирован в кодировке BIS, слава богу, все открывается. И делается это очень просто. Берем в руки пульт, нажимаем меню, заходим в установку, заходим во вкладку патч меню. После этого нажимаем вправо. Видите, вот здесь меняется название кодировки, нам нужно выбрать BIS. После этого нажимаем на пульте красную кнопочку «Добавить» и вводим ключик 1FFF, индекс оставляем нолики, сам ключик вводим AC123400431CA00, нажимаем «Ок». После этого нажимаем кнопочку «Инфо». Кнопка «Инфо» у нас вот здесь находится. В первом столбике вводим 12399, во втором 27500 и в третьем вводим 1C8Е. Вот слева получается столбик с буквами. Когда вы встаете на место, вы перемещаете на место нужного знака, который нужно ввести. Вверх-вниз нажимаете, видите, квадратик меняется. Выбираете нужный символ Е, нажимаете кнопочку ОК, и он вводится. После этого нажимаем ОК. Все, ключ введен. Он в списке появился. Нажимаем Exit. Интер открылся. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик. Все вопросы задавайте в комментариях. Всем пока.